Жительница Севастополя Анна Белова рассказывает, раньше дорога на улице Маячной походила на лунный пейзаж, ровных мест на ней просто не было. Немногие водители рисковали срезать здесь путь к проспекту Октябрьской революции, предпочитали стоять в пробках. Здесь были жуткие ямы. После дождя неделями нельзя было ни пройти, ни проехать, потому что ямы были огромные. Очень рады тому, что наконец на улицах между Маячной и Кисаево будет дорога, на которой можно будет спокойно передвигаться на автомобиле вместе с коляской, с ребенком. И не нужно будет искать обходных путей. В 2019 году жители дождались ремонта дороги. Она останется грунтовой, но ее приведут в надлежащее состояние, разровняют и уплотнят. Заместитель директора Севавтодора Александр Чумаков пообещал, что покрытие больше не придет в такое запущенное состояние. О нем будут регулярно заботиться дорожные службы. Расценка устройства этого покрытия вообще минимальная. Один квадратный метр, я думаю, в районе там 400 рублей. В любом случае, этот тип покрытия требует регулярного ухода. Хотя бы раз в месяц необходимо ее проходить грейдером. Мы, естественно, эти работы тоже планируем в рамках содержания. В 2019 году Севавтодор планирует отремонтировать 28 километров грунтовок. Александр Чумаков уверен, что эти дороги помогут разгрузить главные улицы города и, соответственно, уменьшить пробки. Также чиновник сообщил, что в ближайшие годы на улице Маячной может появиться асфальтовое покрытие. В любом случае трафик снизится, эти дороги более удобны для жителей выезжать на основные магистрали, где-то по утрам напрямую подъехать можно к садикам, школам. Конечно же, эти дороги снизят нагрузку с основных магистралей. Эта дорога какая-то в ближайшие годы тоже подойдет, и на ней будет проведен капитальный ремонт и с укладкой асфальта. Ремонтные работы на улице Маячной пообещали завершить до конца недели. Анастасия Красная, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.